южных морей до полярного края раскинулись наши леса и поля. Гимн России исполняют участники хоровода «Дружбы». И хотя они представители разных национальных диаспор города, их всех объединяет любовь к стране, в которой они живут. В знак дружбы и единства народов на территории Дворца творчества детей и молодежи закладывают клумбу. Цветы мы посадили, розы, 15 роз, как вот мы знаем, что 15 республик, 15 сестер, да, в единстве. И символ, конечно же, этой клумбы – это единение всех народов, единение всех россиян. Участие принимают представители русской, армянской, азербайджанской, татарской, мордовской, белорусской, чувашской, таджикской диаспор и городское казачье общество. Очень рад был, во-первых, всех увидеть друзей, разных представителей разных национальностей. Мы давно уже не виделись. И вот этот, в этот день, День России, символично мы собрались, чтобы воссоздать вот эту вот общую клумбу, клумбу дружбы. И то, что мы объединились, созидательный труд нас объединил, разных национальностей. Это очень символично в этот день. Даже сейчас эти тяжелые времена, мы продолжаем работать, продолжаем активно, принимать активное участие. И это очень важно для нас, присутствовать на таких мероприятиях, потому что это... Россия как мать всех нас принимает, и мы крепко сохраняем эту вековую дружбу. Я хочу поздравить всех с этим праздником, с Днем России, все национальности, живущие в России. Самая важная дружба между национальностями. Клумба «Дружба народов» как символ единения жителей многонациональной страны – первая в Тольятти. Представители национальных диаспор уверены – это начало новой традиции. Кира Исмаилова, Сергей Богатюк, Новости губернии.